делаем простой наклон, открывая одну правую часть или левую. We'll make a bow to one side, opening either the right or the left side of the body. Можно сделать в одну сторону. You can do it to the other side. Докуда комфортно. Till where it feels comfortable. И попробуем теперь сделать наклон от органов с противоположной стороны, если я наклоняюсь влево. Я могу представить себе или пригласить органы слева, как будто бы они выдыхают. Этот образ дыхания в органах может помочь тебе. Просто... Now I can invite the support in the organs to help me. If I'm bowing to the right side, I can offer the organs from the right side to breathe out. Когда я поднимаюсь, я расправляю органы слева. And when I'm going up, these organs return to their places. И другой вариант. Если я наклоняюсь влево, я могу расправлять органы справа, и оттуда начинать свой наклон. And another way, if I am going to the left side, I can also smooth the organs on the right side, on the opposite side, and start going from there. Мне помогает образ дыхания, что я вдыхаю в эти органы, тем более здесь легкие, которые действительно... The image of breathing helps me, especially because the lungs are here, so I can physically feel them breathing in. Можно отпустить, если все слишком серьезно. You can let go of it if it becomes too serious. Можно просто пару раз попробовать слева, в другую сторону, да, когда вы наклонялись, можно несколько просто наклониться. Try to make it to the other side, you can just make the movement. Интересно тоже, как тело выбирает, как ему привычно наклоняться. It's also interesting how the body chooses the most common path. Можно наклониться, сокращая органы, да, со стороны, которая сокращается. И you can make it contracting the organs on the side, which is shortening. Или начинается вдоха, расширение органов с той стороны, которая удлиняется. Or you can start from breathing in, from the expansion in the organs on the opposite side. Давайте немножко прям поиграем с этим в разных плоскостях, что я могу, например, наполнять органы в передней поверхности и сокращать сзади. И прям проверьте, как это отличается от прогиба с помощью. Let's play with it in different planes. For example, how I can inflate the muscles in the front side or the organs in the front side of the body and contract the organs near the spine, and how it's different from just a simple arch where I use the muscles. Найти такое перетекание вдоха и выдоха в органах. And you can find the breathing in and breathing out flowing in the organs. Проверьте, как руки и ноги дышат вместе с органами, помогают их нужно. And just check how the limbs are breathing along with the organs. Настоящее дыхание тоже помогает, поэтому можно освободить челюсть даже и посмотреть, что будет, если приоткрыть рот. Breathing also helps try to release the jaw and see what happens. Гортань — это тоже орган, можно раскрывать в разных направлениях и собирать. The throat is also an organ, so you can expand it in some ways or contract it inside of the organ.
мы ведем еще больше связи органов с ногами. Просто раскрывая какие-то органы, можно на поверхности продолжить немножко раскрывание в пространстве, может быть, пройтись, может быть, руки раскроются, просто чтобы включить ноги. We'll find a connection between the organs and the feet. So maybe we can inflate some of the organs, open them up, and that will lead us into the space. Maybe it will help the arms to open. Играть с ритмом этого вдыхания и вдоха и выдоха в органах. You can play with the rhythm of the organs breathing in and out.